Stealth Miss с установленным сиденьем для ребенка. Соответственно, чтобы подвесить его на стенд, приходится вот так вот немножечко странно все это делать. Потому что здесь не зацепиться, здесь у нас тросики проходят. В общем, здесь у нас сломан болт под сиденье. Сейчас будем искать, подбирать, выкручивать старый. Рулевая люфтит. Передние тормоза не работают. И заднюю втулку надо немножко протянуть, потому что она немножечко люфтит. Так велосипед, хотя, несмотря на то, что ему 10 лет, он вообще в отличном состоянии, ничего не изношено. Но на нем очень мало катаются. Там, со слов клиента, там 2 раза в год выезжают вокруг дома. Поэтому вот так вот он у нас будет сейчас висеть на стенде. Так, сделали полное техническое обслуживание велосипеда Stealth. Здесь очень сильно болталась рулевая. Перебрали. Хотели просто протянуть. Клиент сказал, давайте полностью перебираем. Перебрали, на новую смазку все собрали. Нормально. Настроили тормоза. За задние даже денег не взяли. Там чуть-чуть надо было подкрутить. Передние пришлось немножко подольше повозиться. Настроили. Далее протянули заднюю втулку. Задняя втулка люфтила, но она в хорошем состоянии. То есть где-то еще год-два она поедет. Потом надо будет тоже перебирать. Пока просто протяжка. И самое главное, сиденье нормально настроили. Поставили нормальные сюда винты. Потому что там все было сломано. Все винты были погнутые. Поставили более качественные, хорошие винты. И клиент еще купил вот эту штучку новую. У нас есть один комплект. Полная замена крепления крыла. Такой вот велосипед будет кататься и получать удовольствие от катания.